сегодня в Армении даже умные люди не понимают, что все, Джермукс – спорная территория, все, Сотк – спорная территория, все, вот в районе Гориса, там эти Черные озера, все стали, благодаря УДКБ заявлениям, стали спорными территориями. Они перестанут быть спорными. Когда? Когда ты позовешь Запад. Никол Пашинян это сделал, не от хорошей жизни. Позвал Запад, он говорит: французы, придите, посмотрите, что это наша территория.